Приветствую. На обзоре нож от фирмы Sanremo. Модель называется 1162. Она полностью аналогична модели 1161. Разница только вот в этом добавке к рукояти. Вставка из карбона. Оно и для дизайна, для красоты, и одновременно очень хорошее для удержания. Очень такое цепкое. К тому же насечки диагональные, все очень хорошо и эффективно для удержания. Ну, по порядку. Рукоять сталь, полностью стальная. Крепеж 2, я бы сказал, 2 осевых винта, больше ничего. Винты полностью одинаковые, с отверстием маленьким, но отверстие есть. Насечки спереди и сзади. И плюс карбоновая вставка, это я уже говорил. Бэкспейсер анодированный синий цвет, тоже стальной. С противоположной стороны у нас подобие такого же, только фреймлок добавленный, плюс замок фрейма. Клипса стальная, блестящая. Такой средней жесткости, не сильно жестко, но должно держать очень хорошо. Клин строго по центру, осевом у нас подшипник. Это флиппер. Открывается заплавник, открытие идеальное, закрытие, как видите, тоже, если подставлять палец, то можно и порезаться, поэтому аккуратненько, когда будете закрывать. Фреймлок, фрейм, как видите, заходит где-то более чем половину, держит очень хорошо, но дальше не продавливается, он так и должен держать. Лайнеры с обоих сторон выфрезерованы и облегчены, как видите, очень даже неплохо. Вес ножа 136 грамм. Баланс смещен к рукояти, как видите. Он достаточно большой, хватит, удобен. Насечек нету, ну нормально. Не идеально, но очень неплохо. Очень даже неплохо. Клин, сталь, кстати. Сталь Сэндвик 14C28. Здесь у нас все указано. Спуски прямые, где-то 2/3. Небольшая фальш. Покрытие, это у нас типа стоунвош. Пескоструй. Как они называют, там перламутровый пескоструй. Он, правда, идеальный практически везде, по всему. И по клинку, и по рукояти. Покрытие одинаковое такое. Здесь у нас замок есть. Что самое интересное. Переключаем, и все, превращается в фикс. Он уже сдвинуть фрейм невозможно. Поэтому за счет этого очень даже интересный нож. Так, клинок 3,5 мм по обуху, сведение в районе 0,4-0,5. Отличное такое сведение, отличный резак и все остальное такой универсальный. Квайкинообразный, я бы сказал, но немножко все-таки свой дизайн. Нож. Габариты ножа. Общая длина 215 мм. И длина клинка у нас более 9 сантиметров. 9,92 миллиметра. Вот такой интересный нож от Sanremo, уже не новинка, но все-таки качество идеальное, рекомендую.